когда ты сутками стоишь на переправе. Глотаешь пыль с обочин и автомобильный дым. И для тебя 15 верст не очередь, ведь ты сегодня очень хочешь в Крым. А вот и горы с плеч, и ты уже в Алупке. И все страдания твои, как с яблонь дым. И все же лучше уж пешком до Гваделупы, чем на машине переправиться на Крым. Я все отдам, чтоб насладиться крымским раем. Готов для этого медведь гору свернуть. И все ж под теплым солнцем дрожь меня бросает, когда представлю для себя обратный путь. А где-то там на переправе дремлет очередь, и от жары безветренной поплавились кусты. Но за бабло огромное проскочишь быстро очень. Да еще проводят вас менты.